называется Терра, находится в Бокакаторской бухте. Это отель, который входит в группу Small Hotels of the World. 5 звезд отель. Здесь 12 номеров, из них 2 комнаты с апартаментами. Вот сейчас вот я зайду на лобби отеля, на ресепшн, и покажу. На первом этаже тут есть ресторан La Bisteca. Здесь люди принимают завтрак, здесь накрывается ланч. Есть также возможность заказать по меню все напитки, там, еду на пляж и покушать на открытой террасе. Вот. И здесь также есть отдельная такая лаунж-зона. Здесь ресепшн, холл отеля. В этом отеле все номера выполнены в стиле фэшн-дизайнеров. И есть номера там Cavalli, Dior, Kenzo, Armani и так далее. То есть каждый номер индивидуальный, с отдельным стилем. Все номера не похожи друг на друга. Номер Superior. В этом отеле очень интересная концепция. Все номера сделаны в стиле каких-то фэшн-дизайнеров. Вот конкретно этот сделан в стиле Roberto Cavalli. Здесь такая вот мраморная плитка на стенах, на полу, цвета светло-серые, очень много таких вот пятнистых цветов, тут подушки специфические, вот есть покрывало такое, все в этом стиле сделано, очень такой стильный ремонт. Тут же есть санузел, душевая кабина, туалет. Французский балкончик в этом номере с видом на море. Тут такие 2 стульчика и очень красивый вид, как обычно, на Каторскую бухту. Впереди пляжная часть отеля. Вот здесь есть лежаки, это вот левая сторона, дальше вот такой пирс. И правая сторона, это часть ресторана, открытая терраса. Там находятся столики, можно здесь принять ланч или поужинать. Между зданиями есть вот такой итальянский дворик, здесь есть столики выставлены, здесь могут накрыть ланч, завтрак. Называется La Piazza, такая площадь открытая, как терраска выглядит. И здесь вот еще есть открытый бассейн, несколько лежаков. Есть такой большой круглый стол, можно здесь даже что-то поиграть вечером или для обеда. И небольшой барчик тут же возле бассейна. Так, резюме по отелю Fort Sandero. Это отель, который входит в систему Small Hotels of the World. Здесь очень много красивых фишек. Всего 12 номеров в отеле. И все они сделаны и выполнены в дизайне известных фэшн-дизайнеров. То есть тут есть номера с названием Cavalli Style, Armani Style, Kenzo Style и так далее. То есть каждый номер неповторимый, с индивидуальным дизайном. Сам отель небольшой, он находится на берегу Бокакаторской бухты. Здесь есть небольшая пляжная зона с рестораном, есть спа и есть вот эти вот номера в двух корпусах, 2 номера с апартаментами. Ну и в целом отель небольшой, но очень такой стильный и приятный. То есть если остановиться парой, здесь будет неплохо, здесь хорошая кухня и должно вам понравиться.